Хочу поделиться с вами рецептом моих любимых булочек на кефире с яблоками. Они нежные-нежные, воздушные, сладкие и очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить булочки с яблоками по моему рецепту. Я уверена, понравится всем. Итак, для булочек нужны яблоки сладкие и сочные. Я написала примерное количество. Тут все зависит от размера яблок. Может понадобиться от 4 до 6, но если начинки не хватит, не расстраивайтесь. Всегда можно положить в такие булочки изюм, курагу, орешки, вяленые вишенки и прочие вкусности. Формовка булочек простая и красивая. На раскатанное тесто выкладывайте дорожку из порезанных яблок. Накрывайте тестом и скручивайте рулетиком. Ставьте розочки в смазанную форму. Обязательно дайте постоять не менее 30 минут. А как булочки подрастут, можно выпекать. По желанию, можно положить в тесто или начинку ванилин или ванильный сахар. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Подготовьте продукты. Приступим. 2. В телом кефире растворите свежие дрожжи, соль и сахар, перемешайте. 3. Добавьте растительное масло и яйцо, еще раз хорошо перемешайте. 4. Всыпайте муку частями, заводите тесто в миске ложкой, потом домешивайте на столе, тесто не должно быть крутым, как только перестало липнуть к рукам и собралось в ком, значит готово. Муки я указала примерное количество с расчетом на подпып. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Положите тесто в глубокую мисочку, накройте салфеткой, духовку прогрейте до 40-45 градусов, отключите, поставьте туда тесто и не заглядывайте часик, в тепле оно будет хорошо подходить. 6. Тесто готово, оно увеличилось в несколько раз, пышное и ароматное. 7. Яблоки очистите от кожицы, у меня ушло на булочки 5 яблок среднего размера, порежьте мелко, добавьте сахар, корицу, сбрызните лимонным соком, перемешайте хорошо, начинка для булочек готова. 8. Тесто осадите, еще раз на столе вымешайте хорошо, разделите на 16 частей, это легко сделать так. Тесто ножом порежьте пополам, потом каждый кусочек снова пополам, и снова пополам, и так далее, пока не получится 16 равных кусочков. Кусочек теста раскатайте скалкой, как на фото, положите примерно 1,5 столовые ложки порезанных яблок, яблочки старайтесь распределить равномерно на верхней половинке теста. 9. Накройте яблоки нижней половинкой теста, но края не защипывайте. 10. Сверните тесто в рулетик и поставьте булочку, получится вот такая розочка. 11. Круглую форму застелите бумагой или просто смажьте растительным маслом, поставьте булочки, смажьте их взбитым яйцом. 12. В теплую духовку поставьте форму с булочками и дайте им 30-40 минут для расстойки. 13. Выпекайте булочки при 200 градусах 30 минут, остудите немного в форме, потом осторожно извлеките, снимите с донышка бумагу и подавайте к чаю. 14. Приятного! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Кефир 350 мл, тесто, соль 0,5 чайных ложки, тесто, сахар 5 столовых ложек, тесто, яйцо 1 штука, тесто, дрожжи 15 грамм, тесто, растительное масло 50 грамм, тесто, мюка 500 грамм, тесто, яблоки 4-6 штук, начинка, корица 0,5 чайных ложки, начинка, сахар 3 столовые ложки, начинка, сок лимонный 0,5 чайных ложки, начинка, яйцо 1 штука, для смазки, количество порций 1-6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания.